Урок 5. Сегодня будем создавать стекла. Как вы видите, я уже создал комнату, дверной проем и два оконных проема. Так, теперь нам нужно взять инструмент блок и создать наш браш. Так, сетку сейчас я уменьшу. Вот, вроде по центру. Так, я его скопирую и вставлю во второе, так сказать, чтобы была уже готовая заготовка. Далее выбираем наш браш и накидываем на него текстуру стекла. Ну, пойдет и сделаем 500. Применить. Так, нажимаем Ctrl-T на него. У нас сразу в классах появляется функция функвал. В принципе, уже нас это устраивает. Здесь пишем название. Ну, можно назвать стекло или как хотите. Вот. Далее выбираем Render Mode, ставим текстуру, FX Amount ставим значение 100. Видите, оно у нас уже стало прозрачным. И все. Здесь больше из этих параметров нам ничего не надо. Флаги нам тоже ставить не надо. Это стекло будет неразбиваемое. Оно есть как по дефолту, и все, его не разбить. Далее покажу, как можно создать разбивающее стекло. Берем нашу готовую заготовку. Накидываем на нее сначала текстуру. Применить. Ставим 500. Далее выделяем, нажимаем Ctrl-T. Здесь нам нужно будет выбрать параметр Funk Breakable. Вот этот вот. Здесь также можно написать название глаз. Далее. Этот параметр отвечает за разбитие стекла. То есть я поставлю значение 20%. А дальше выбираем материал type. Стоит глаз сразу. Нам, в принципе, это и нужно. Дальше этот параметр отвечает за то, что когда вы разобьете стекло, он рандомно его раскинет. А этот параметр раскидывает его рандомно, когда вы его атакуете. То есть он будет распадаться и влево, и вправо, то есть в разные стороны разлетаться. А первый рандом, это он просто упадет, так сказать, просто вниз, то есть ни о чем. Ставим этот параметр. Далее нам нужно будет Render Mode поставить текстур, FX Amount также поставить 100, чтобы он был прозрачным наполовину. И, по-моему, все, да. Здесь больше нам ничего не надо. Флаги тоже ставить не надо. Вот мы и создали стекло разбивающееся. Сейчас заходим в игру и смотрим на наш результат. Итак, вот вы видите наше разбивающееся стекло. Вот видите, оно разлетелось и в мою сторону, и туда улетело. То есть рендер атак, этот параметр намного лучше. Далее, это стекло неразбиваемое у нас. Сколько хочу калашмачо, и его не разобью. Вот, в принципе и все. А нет, еще я покажу, как создать стекло с одной стороны прозрачно, а с другой стороны оно будет непрозрачным. Что ж, поехали, посмотрим. Итак, сейчас приступим к созданию стекла, которое с одной стороны прозрачное, с другой нет. Нам нужно создать браш. Точнее, не один, а два его. Так. Выравниваем. Первый браш нам нужно накинуть текстуру стекла.
Сделаем по 500. Так, далее нам нужно эту сторону стекла окрасить в текстуру blue. Вот так вот она выглядит, синенький квадратик, такое вот название. Нажимаем применить и все. С этой стороны у нас будет стекло прозрачное, а с другой, с этой стороны, оно будет непрозрачное. Так, нам нужно выделить. Нажимаем Ctrl-T. Выбираем функцию FunkWall, она по автоматам стоит, если вы поставили в настройках интерфейса программы. Далее выбираем Render Mode текстуру и здесь ставим 100. Так, ну все, на этом все. Далее переходим на другое стекло. Здесь мы накидываем также текстуру стекла. Тоже по 500 давайте поставим. Далее выделяем, нажимаем Ctrl-T, ставится функция FunkWall, здесь выбираем текстур и все. Этот параметр можно не писать, но можно и написать 255. Он будет точно таким же, непрозрачным. Вот в принципе и все. Давайте зайдем в игру и посмотрим, что у нас получилось. Так, как видим, с этой стороны оно у нас прозрачное, а с этой нет. И его разбить нельзя. Ну вот, в принципе, и все. Ничего сложного нету. На этом у меня все. Всем удачи!